Бездин было заявлено, да? Чтобы не задерживать, наверное. Начнут, значит, кто попозже будет подходить, значит, будут подходить. Так, ну... Сейчас мы сейчас настроим, настроим камеру. Ничего не отпустил, даже это ладно. Во-первых, хочу всех поприветствовать здесь. Отметил для себя отличие тех людей, которые присутствуют здесь, ну и те, которые хотели бы присутствовать, но по каким-то причинам не приехали, от остальных людей, которые находятся там. Вот. Я так понимаю, что люди, которые находятся здесь, они общие проблемы общества воспринимают как свои личные. Вот. При общении встречаешься, что многие не понимают, как это личная моя проблема, это общая, не моя. И вот это понимание нам дает осознание, которое, в принципе, помогает нам концепции общественной безопасности осознать устройство мира. И вот это вот устройство мира, что он единое целое, мы понимаем, и на уровне разума, чтобы вот на уровне эмоций, чувств, вот это нам единое, что мир единое целое, понятно. А на уровне разума тяжеловато. И чтобы облегчить свою задачу, мы так же, как какой-то агрегат разбираем по деталям, мы разбиваем единый мир в нашем разуме на три единства. Это материя, информация и мир. Так, разделяя в нашем сознании понятие о мире, нам понять легче, но все равно сложности остаются. И чтобы еще упростить свою задачу, уже давно люди начали еще выделять составляющие, такие как макромир, это то, что наиболее доступно нашим органам чувств, ну, потому что наиболее порядка 90% информации от 60 до 90 мы получаем через зрение, мы привыкли оперировать по понятию единицы измерения метра. Все, что мы меряем метром, это наш макромир. Начиная от планетарного масштаба, уже там 10^6, радиус Земли там 6 с чем-то тысяч километров, и на уровне выше планеты, планетной системы, галактики, это у нас мегамир. Есть микромир, опускаемся вглубь. Сейчас уже нанотехнологии выделяют наномир, еще меньше, 10^-12 составные части атома. И таким образом, здесь еще можно выделить, что вот это, так же как материю мы разделяем вот на эти подуровни различные, также и эти уровни можно выделить и в мере, и в информации. И какие трудности у физиков, вот, я как понимаю, случались. Например, вот в 19 веке, да, в 18 веке, вернее, на макроуровне Ньютон предложил свою картину мира. Что такое законы Ньютона? Это субъективная информация Ньютона о мере материи на макроуровне. То есть на макроуровне вот эти все законы действуют. Но как только мы начинаем опускаться ниже, мы замечаем, что мера-то другая. Поднимаемся выше, мера другая. Она общая, есть для всех, но есть еще, присутствуют и частные эти меры, которые надо тоже различать. Вот на уровне макромира хорошо работает физика Ньютона. Все законы исполняются, все. Дальше в 19 веке на микромире был сделан большой шаг в химии, таблица Менделеева. Очень хорошо он упорядочил все элементы в зависимости от атомного веса. Это позволило предсказать их свойства, и прекрасно начали получать различные вещества, химия шагнула вперед. И опускаясь ниже, а вот с атомами пошли проблемы. Еще алхимики там путем химических процессов пробовали изменить атом, получить золото из свинца, но не получалось, мера-то другая. И вот если на макроуровне мера нам хорошо известна,
на микроуровне химии тоже все, а вот когда мы спускаемся на уровне атома, тут у нас начинаются проблемы. Модель атома исследовалась в основном в 20 веке. Если немножко коснуться истории, впервые, когда был выделен электрон, Резерфорд предложил планетарную модель атома. В центре находится ядро положительно заряженное из протонов и нейтронов, которые ядерными силами, неизвестной нам природы, как-то удерживаются вместе. Протоны положительно заряженные, но они не отталкиваются за счет этих сил. И электрон запустили по орбите вокруг ядра, по аналогии с планетарной системой. Очень хорошо эта модель объясняла какие-то процессы. Бор дополнил еще, что электрон может занимать различные уровни. То есть радиус орбиты его может меняться в зависимости от его энергетического наполнения. Но любой электрический заряд, движущийся с ускорением, а электрон, если движется по орбите, он движется с ускорением, излучает электромагнитное поле и должен терять энергию и, в принципе, падать на ядро. Но такого не происходит, ну, с этим мирились. В 23-м году Де Бройль предложил систему, что электрон, он сам является волной круговой стоячей. Круговая стоячая волна энергии не излучает, поэтому атом находится в таком устойчивом состоянии. В 26-м Шрёдингер дополнил модель, представив электрон в виде сферических волн, окутывающих атом. Но дальше Бор предложил, что сферические волны — это просто модель, а на самом деле электрон, он просто движется по вот этим орбитам, но там вот, где максимум волны, просто наибольшая его вероятность там нахождения. И соотношение неопределенности Гейзенберга, то есть то, что мы можем определить, не можем одновременно определить импульс координату, и получилась такая вероятностная модель. Наиболее распространенная сейчас стандартная модель, где еще рассматривают то, что вот эти нейтроны, протоны, электроны, они у нас делимы, состоят из 6 кварков и 6 лептонов, кроме того, еще имеются 6 кварков и 6 антилептонов. Плюс физический вакуум рождает массу частиц, которые короткоживущие, быстро исчезают, порядка там 450 уже известно. И как бы единой картины мира мы не получаем. Вот это каждая модель атома, она отражает какую-то свою грань. С ее позиции можно определить какое-то физическое свойство. Но общей картины нет. И владея триединством, понимая, что материя, информация, мира – это просто все части единого мира, мы можем увидеть сразу единственный недостаток вот этих моделей, он всем присущ. По этим моделям между ядром и электроном находится пустое пространство. Но мы уже пришли к выводу, что пустого пространства-то не существует. Любое... Природа не терпит пустоты, еще Аристотель придерживался этого момента. И в пустоте не может передаваться взаимодействие. Еще в 16 веке Гюйгенс предложил волновую теорию передачи электромагнитных волн. Он ввел понятие «светоносный эфир». То есть без этого эфира просто волны не могут передаваться. Так или иначе выходил на понимание эфира Ньютон, но не смог он дать ему конкретного определения, а потому что не любил неопределенных понятий, он в конце концов от него отказался. Вот. И очень хорошо подошел к вопросу эфира Менделеев. Вот в лекциях Золотарева очень хорошо об этом говорится. Кстати, вот то, что он говорит с этим взглядом эфира, я сейчас это теория Кощука. Вот. Есть у него, он 4 тома вот таких вот он выпустил, очень хорошо расписано. Я на нем основываюсь. Почему? Потому что, когда я познакомился, у меня очень многие вещи стали на свои места. То есть он объясняет
почему у нас крутятся планеты, звезды, почему сила гравитации как принцип действует, как работают вот эти вот внутриядерные силы. Все это становится понятно на основе этой теории. И Менделеев, вот как Золотарев на него ссылается, он поставил эфир в начало таблицы. И у Рыбникова в лекции тоже есть, да, пожалуйста. Называют первород, сирот, ну, то есть то, что, из чего потом рождаются атомы или элементарные частицы, все. Но получилось так, что вот это, об этом мы не знаем, а об этом мнение Менделеева, таблицу немножко подкорректировали и про эфир замалчивается. И я так сейчас не помню, тоже какой-то ученый высказался, что как только мы касаемся эфира, мы сталкиваемся с таким табу. Вот, поэтому... И вот эфир. Это то, что мы вот называем сейчас это вакуум в невозбужденном состоянии, вакуум в возбужденном состоянии. То есть как бы пустоте присущи определенные свойства, проницаемость, передача волн, упругость, все вот это как бы присуще пустоте. Но если рассматривать и предположить, что есть эфир, эти все понятия, они снимаются. И вот Анатолий Сидорович Кощук, он долго конструировал ракетные двигатели, задумался о смысле, много у него работ всяких, публикаций, ну, хороший ученый. И вот он издал такую книгу, где он все расписывает. Он пошел по какому пути? Что, хотя вот он, да, материалист, мы рассматриваем сейчас вот эту вот составляющую материю. Вот, ну, естественно, и мера тоже все отсюда вытекает из этой информации. Он предположил, что все свойства макровещей так или иначе проистекают из свойств первозданной вот этой крупицы материи мельчайшей. То есть то, что присутствует в этой мельчайшей материи, и оно рождает все наше остальное многообразие свойств. И как оказалось, свойств таких всего можно выделить два, и на этом построить целую картину, то есть описать все существующее. А свойства эти оказались довольно-таки простые. Все знают из школьных курсов физики, да и так сталкивались, постоянный магнит, у которого северный и южный полюс. Ну, так просто обозначили, даже покрасили для наглядности. Суть в чем, что одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. То есть могут вот в этом положении отталкиваться одноименные, в этом притягиваются. Если, чтобы нам удобно было работать, мы попробуем этот магнит распилить и отделить северный полюс от южного, у нас ничего не получается. Получается два таких же магнита. И сколько бы мы ни делили, полярность все равно сохраняется. Поэтому, естественно, было предположить, что изначально, первоначальные крупицы материи обладают свойством полярности. Что дает полярность? Полярность дает упорядоченность. То есть, если вот так вот поместить два элемента, они так находиться не будут, они отталкиваются. А вот в этом состоянии они существуют довольно-таки долго. Поэтому первозданную материю можно представить в виде таких вот упирающихся друг набора вот этих вот кирпичиков. И второй момент. Значит, еще Декарт говорил, что раз тоже придерживался теории, что пространство, природа не терпит пустоты, все пространство заполнено частицами материи. И так как эти частицы движутся, то одна частица не может двигаться независимо, не вызывая движения окружающих ее частиц. И таким образом в процессе движения в природе образуется масса различных вихрей. Так вот, если мы какую-то частицу вот из этой части пространства уберем, то что у нас в этой части пространства? Дырка образуется.
Нет, оно заполняется, да, у нас там воздухом, какой-то материей сразу заполняется. И вот если предположить, что эфир, он у нас вездесущий, заполняет все пространство, то если мы в какой-то части, вот это пространство, например, ну, модель здесь у нас плоская, но вообще мы представляем объемное. Если мы часть этого пространства сожмем, то образовавшаяся пустота, она немедленно заполняется близлежащим эфиром. То есть получается, что вот эта частичка эфира, она может заполнять любой предоставленный ей объем. Аналогия у меня с воздушным шариком. То есть взяли шарик, надули какое-то количество. Он занимает определенный объем. Шарик у меня с собой не делал. Вот. Если мы уберем внешнее давление, поместим его в вакуум, он у нас будет раздуваться. До каких размеров? Неизвестно. До каких позволит упругость стенки, пока не порвется. То есть, и если у первозданного кирпичика это идеальная такая стенка, то он может менять свой размер в различных пределах в зависимости от внешнего давления. То есть, ну как вы находитесь в толпе, насколько вы растолкали, там у вас свобода есть, вы движетесь, дальше ограничено оно другими такими же кирпичиками. И вот на основе этой теории, если предположить, получается, что при движении проявляются такие интересные вещи. Значит, в природе как бы существует три простых вида движения. Это линейное, круговое и вращательное. И то есть, образуется еще вихревое движение, сочетание кругового и прямолинейного. Вот эти вихри мы все очень могли сами наблюдать, не задумываясь, но элементарно, когда сливается вода в ванной. Если бросить какую-то соринку и понаблюдать за ней, посмотреть ее траекторию, как она будет двигаться, увлекаемая водой. Если вода здесь как эфир, а вот это вот соринка тело, ну, пусть такая же составляющая этого эфира, то мы увидим, что сначала она, когда находится далеко от сливного отверстия, она начинает какие-то легкие колебательные движения совершать и потихоньку начинает двигаться к этому центру. Скорость сначала небольшая. И если бы мы, например, были в этом состоянии, там, в таком водовороте на лодке, у нас были бы весла, мы могли бы спокойненько из этой ситуации обрести. Но по мере приближения к центру скорость начинает увеличиваться, происходит закручивание вот этого водного потока, и оттуда уже вырваться практически невозможно. Почему? Потому что там уже получается сконцентрирована очень большая вот эта вот втягивающая энергия. Происходит это, почему можно вот заметить, вот если мы, не сделал я шарик, вот если мы его начинаем сдавливать, но неравномерно, он у нас будет выдавливаться в ту сторону, где меньше давления. Если мы его резко сдавим, может вообще вылететь. Также ведет себя гравитон. Он выбирает себе более удобное состояние. Начинает его сдавливать, он начинает деформироваться и пытаться избегать деформации. Как раз вот еще хочу сказать сразу по поводу, что раз он может занимать различный объем, поэтому буду употреблять для объема кажущийся. Потом дальше поясню, почему это происходит. То есть, вот если наглядно вот это представить в масштабе, вот такой вот объем гравитона, он содержит всего один слой магнитный момент. А вот таких вот сжатых поменьше мы в таком объеме можем разместить порядка 20. И уже магнитный момент суммарный в этом месте будет повышен. Это вот, когда равномерно, ничего, но если деформировать односторонне, вот, например, здесь вот северный полюс деформирован сильнее, поэтому суммарный северный магнетизм будет выше, потому что в этом объеме больше, плотнее составляющего северного магнетизма. И вот эта вот неравномерная напряженность, ну, воспринимается как напряженность электромагнитного поля в пространстве. И что происходит вот при таком вот вихревом движении?
Вот если взять, представить вот это какое-то пространство, вот, состоит вот из этих вот кусочков газеты, они друг на друга натыканы, такой образ. И движение затруднено, потому что отовсюду напирает. Но если я в какой-то части пространства создам возмущение и это уплотню каким-то образом, вихрь здесь произойдет, у нас получилась частица, которая на фоне вот этого вот остального пространства, она уже не связана, но она приобретает способность движения. И сейчас я попробую рассказать, как это происходит. То, что вот этот эфир, он рождает при определенных условиях частицы. Все элементарные частицы, начиная от гамма-кванты, фотоны, электроны, нейтроны, протоны, у них у всех одна структура, которую сейчас попробую доступно рассказать, зависит лишь от массы. Чем вот, ну ладно, сейчас попозже. Да, еще вот это ванная воронка, это у нас втягивающий вихрь. И есть еще в природе примеры выбрасывающих вихрей, это всевозможные смерчи. Вот. Ну, я представление о смерче там из американских фильмов имею, что вот эта воронка, она там вырывает с корнем деревья, там, подбрасывает машины, животных. Все такое впечатление, что нет силы тяжести. То есть такая энергия. Все это как бы преодолевает гравитацию. Так вот, раз у нас существует уплотнение эфира, то вот эта вот как раз мера различных частиц на примере, значит, если мы возьмем стакан и будем наливать в него воду, то есть его масса будет расти до определенного уровня. Когда стакан наполнился, сколько бы мы воды не лили в него, все равно в нем останется 200 грамм. Это вот как раз мера вот этих вот частиц, которые они имеют определенные какие-то дискретные значения, что до такого уровня наполнился, получился электрон, дальше не растет. Дальше, сколько бы мы ни лили, начинается эта материя из него выходить. И вот, так если взять вот эти вот вихри, они вот в той же ванной посмотреть, если там не одна большая дырка, а несколько, получается несколько вихрей, и они между собой как бы начинают притягиваться, отталкиваться, сплетаться. То есть какое-то взаимодействие есть. И если, ну тут теоретически все это я сейчас попробую тоже показать в расчетах, если взять 4 вихря, то есть 2 в одну сторону вращающиеся, с одной стороны 2 с другой, то у нас получается устойчивая картина. Вот этот вот солитон из 4 вихрей, он получается довольно-таки устойчивый, и продолжительность жизни его гораздо превышает на порядке человечества, но это все элементарные частицы, которые живут 10 в какой-то там степени лет. Картина получается примерно такая. Вот один вихрь, всасывающий и выбрасывающий, второй вихрь, и снизу еще 2 таких. Вот такая картина приобретает устойчивость. Почему устойчивость? Значит, при закручивании вихревом движении к центру у нас гравитоны уплотняются, материя уплотняется, происходит концентрация энергии. И вот в этих гравитонах, если вот эти вот первозданные дипольки сдвинуты на полшага, между ними возникает связь. И если вот сверху происходит сначала через полюса, у нас происходит всасывание эфира. А здесь, на экваторе, обратная картина получается. Вот получается два
рядом взаимодействующих вихря, в которых, когда они гравитоном движутся по спирали, они периодически то в одном месте сильно сжимаются, в другом месте расширяются, меняют свой объем. И когда гравитон начинает расширяться, а тут вот он движется по кругу, здесь другой в противоположном направлении, получается, и в этом месте ему расширяться уже некуда дальше, потому что дальше идет сжимание, и с той стороны поджимает. Получается как бы выброс, как волна, вот, когда ударяется о берег, от нее отлетают брызги, вот эти капельки воды, которые потом в волну возвращаются, но вот этот момент удара, за счет вот этой кинетической энергии происходит отрыв. И отрыв вот этих вот частиц материи в экваториальных зонах приводит к вращению вот этого сгустка. Почему? Ну, это вот, кто на даче занимается поливкой, простой пример — Сенгелево колесо, где снизу подходит вода, и с двух противоположных концов под разными углами выходят струйки. За счет реактивной силы тяги они начинают вращать эту систему, система сама крутится, поливается. То же самое получается у нас вот с этими частицами. Поэтому любая элементарная частица за счет именно вот этого принципа испытывает вращение. То есть это заложено ей в природе, по-другому она существовать не может. За счет вот этого. И получается, что каждая частица в любой момент времени обменивается с эфиром со своей составной частью. И это как бы один из моментов, что в мире, опять же, все взаимосвязано. То есть получается, что вот книга сейчас здесь стоит, фактически как те частицы, из которых она состоит, втягивают, пропускают через себя эфир в это время. То есть она не постоянна. И пример, вот здесь вот у нас показан двигатель одной ниточки такой струнки, то есть последовательное состояние кирпичика. Вот я взял очень, мне кажется, наглядный пример — клубочек. Если представить, что вот в этом клубочке входит в него сразу не одна ниточка, а их много-много-много ниточек входит и много-много ниточек выходит. Но структура вот эта вот, она устойчивая. Просто войдя сюда, в зависимости от того, какой объем сгустка, сколько времени понадобится вот это... Сколько здесь, на ваш взгляд, нитки намотано? Может быть, метров 200. Вот смотря с какой скоростью мы будем тянуть, ну, может быть, 20. Вот. Сколько времени потребуется, чтобы здесь находиться? И так как она обменивается с эфиром, вот эта вот модель, она присуща любой частице. Через полюса, это вихревым образом происходит всасывание эфира, с экватора сбрасываются, и вот эти микрокапельки на какое-то расстояние удалившись от центра, они попадают в поле, вот это самое магнитное, которое сейчас объясню, как оно получается за счет вращения вот это и нескомпенсированного суммарного магнитного момента, втягиваются и опять пропускают же в эту же частицу, круговорот. То есть первоначально до создания она растет, до определенного момента наполнилась и поддерживает это состояние. Причем в разных условиях она будет занимать разный кажущийся объем, в зависимости от внешнего давления. А вот как раз внешнее давление, оно и определяет у нас силу тяжести. Значит, вот этот момент вращения элементарных частиц построение присуще ядрам планет, звезд, галактик. Наша Земля вращается, потому что у нас ядро вот в виде такой вот большая такая частица, вот по этому принципу. Она не из вещества состоит, это сильно уплотненный эфир. И вот этот уплотненный эфир, он и создает у нас гравитацию. Ну вот, например, у нас происходит здесь в центре всасывания эфира. И вот со всех сторон движутся к нему вот эти составляющие. Здесь вот на картинке прекрасно видно, что размер вот здесь и размер вот здесь совершенно разный. То есть происходит уплотнение. Вот
примеру, наша земля, ну и пусть даже частица, мы привыкли, что гравитация присуща только большим массивным телам. Но на самом деле вокруг каждой частицы создается на определенном расстоянии свое гравитационное поле. И у нас получается, что вот поверхность Земли, вот здесь вот эфир такого размера, кирпичики, здесь такого, такого, такого. Чем сильнее сжат, тем больше давление. Если мы помещаем сюда, вот давление растет, вот, вернее, падает вот по такому вот закону. Если мы сюда куда-то помещаем частицу, то разница давления, хоть и маленькая, она всегда присутствует. Присутствует, то есть с внешней стороны давление меньше. А так как у нас частица постоянно обменивается с окружающим эфиром своими составными частями, то есть помимо того, что всасывает, по каждому направлению происходит сброс сгустков. И в том месте, где у нас давление меньше, сюда вот эти микрокапельки вылетают с большей скоростью. Согласны? Давление меньше. Здесь, где давление больше, к центру Земли, сюда они вылетают с меньшей скоростью. Получается разница в импульсе. Импульс с внешней стороны будет сильнее, потому что скорость здесь больше. И вот этот вот импульс, он и подталкивает любое тело из-за вот этой разницы давления в сторону, не в сторону Земли, а в сторону уплотнения эфира. Просто поскольку ядро Земли сейчас у нас растет, наукой доказано, что земная кора расширяется там, на 4 сколько-то там сантиметров, там, по линии океанов проходят трещины. То есть она постоянно набирает массу. То есть она втягивает эфир на себя. Поэтому существует притяжение. И расти будет постоянно? А? Постоянно? Это процесс для меня... Процесс? Вот это процесс, это... Там, если у меня время останется, я расскажу очень интересные процессы о том, как Солнце рождает планеты, как планеты рождают спутники. Как раз вот именно все вот за счет вот этих вот процессов происходит. Почему у нас вроде бы разные частицы, ну вот это, например, у нас возьмем протончик, он хоть и в 200 раз тяжелее электрона, но может занимать по объему, кажущийся нам меньше, просто он плотнее сжат. Вот два клубочка, вот протон, вот электрон. Здесь разная нитка. Эта нитка потолще, она меньше сжата. Но ее здесь получается меньше. Здесь вещества меньше, просто оно более рыхлее. А здесь вещества больше, плотнее сжато. И вот поэтому, что я заметил у Золотарева, он тоже очень хорошее следствие из теории эфира дает. Ну, просто я там принципы вот это именно... Теорию эфира самого у него не встречал, может быть, где-то есть. Вот. И он там говорит, что вот ученые там, вот 10 минус 12 степени метра это у нас элементарные частицы, там до 10 минус 15 еще как-то. А вот разные ученые по разным оценкам дают, что размеры вот этого частички эфира, значит, ну, Кощук назвал его гравитоном или первозданный кирпичик. Такими понятиями будем оперировать. Вот. Кто-то говорит, что 10 в минус сотой, кто-то 10 в минус 120, кто-то 10 в минус 140. И вот кто из них прав? Все. Теперь вот мы можем уже отметить, что если вот по этой теории смотреть, то они как бы все правы, все неправы. Потому что в разном месте гравитон имеет разный размер. И отсюда следствие, то, что мерить его метром, ну, не очень хорошо. Недаром вот Менделеев взял за основу атомный вес. Вот вес практически не меняется. Поэтому если брать в граммах, если мерить в граммах, то будет, наверное, более точнее. И в граммах где-то, если у нас протон это 10 в минус 24 где-то грамма, то эфир ну, где-то 10 в минус 50, примерно так получится. Разница. Чувствуете, сколько получается
частичек в протоне, если, значит, 10-25 частичек. И почему вроде принцип один и тот же, да? Разные частички, но разные по массе, имеют разные свойства. Когда у нас образуются вот эти вихри, то гравитоны могут всасываться через полюс либо северным концом, либо южным. То есть в Земле у нас то же самое получается, северный и южный полюс. К чему это приводит? Во-первых, это дает устойчивую картину, и вот здесь вот магнитные линии как раз они распространяются. Вот отсюда частица пойдет, если в эту сторону южным полюсом, если в эту сторону север, то есть она здесь уже ориентирована. Почему у нас на Земле есть пояса протонов и электронов? Потому что протоны в одну сторону движутся, электроны в другую сторону движутся. Просто разный заряд. Откуда берется заряд? Что определяет заряд? Вот этот? Положительный, отрицательный, что это такое? Все это можно вывести вот из этого простого избыточного магнетизма. Когда у нас происходит движение вихрей, у нас электрон – это простейшая модель. Здесь вращение происходит в одну сторону, как и Земли. И северный, и южный полюс, они вращаются в одну сторону, потому что избыточный суммарный магнетизм здесь невелик, он как бы позволяет частице существовать. Но по мере роста массы, это можно представить, что, значит, в каждом, тут получается их несколько слоев. Частицы там. Один, второй, третий, четвертый. И вот они по кругу раскручиваются. И между этими слоями крутящий момент, он передается от экватора, потому что здесь происходит выброс частиц, и вот этот реактивный момент закручивает вот этот слой. Поскольку они смещены на полшага, все вот это передается за счет вот этого магнитного взаимодействия. Но когда растет масса, это, ну, можно представить, вот здесь вот это показано в виде металлических пластин разного диаметра, ну и показано смещенно на полшага за счет вот этого притяжения, слабого взаимодействия. И здесь, если когда растет масса, во-первых, возрастает объем гравитонов у экватора, а чем больше объем, тем меньше суммарный магнетизм, меньше сцепление. И за счет большого объема вылетают большие довольно-таки микрокапли. То есть из электронов фотоны могут при определенных условиях даже выбиваться, рождаться. И вот этот вот большой момент, инерционный момент, импульс, может привести к тому, что между вот этими слоями происходит пробуксовка. То есть один слой на полшага смещается там. Величина небольшая, но она достаточно, что если я тут не пометил, что как бы. Вот. Здесь вот они вот сейчас в шахматном порядке, да, расположены. А если сместить на полшага, белый на белом, синий на синем, то есть получается сразу отталкивание слоев. Слои отталкиваются, но давление же остается все равно в сгустке. И они как бы переориентируются, каждый кирпичик переворачивается, и получается картина, они уже противоположными полюсами прикрывают. То есть, если, ну вот так вот, если был у нас вот это вот северный, а вот здесь вот южный, вот здесь северный. А получилась картина, что вот так вот они друг напротив друга, просто вот здесь северный, вот здесь северный. То есть сила сцепления здесь возрастает. Плюс к тому, что меняется и сразу избыточный магнетизм, то, что был сначала северный, раз они перевернулись, стали южным. За счет того, что в одном слое южный, в другом северном, у них еще сильнее увеличивается притяжение, то есть получается дополнительная устойчивость. Так вот, протон, он получается вот такой двухпоясной. И за счет того, что вот это вот поле, шуба, называем так вот, частица, здесь керн, а вот это шуба, все вместе частица.
Получается, картина поля примерно такая, что снаружи большой положительный. Положительный заряд, это магнетизм избыточный. А внутри отрицательный. По мере роста такое может происходить еще там, один или несколько раз. Вот, у нейтрона еще такая одна переориентация приводит к тому, что получается у частицы тройной пояс напряженности положительный, отрицательный и положительный. Вы сейчас за дырки рассказываете в полупроводниках, да? Нет. Это еще не... Нет. Кстати, по полупроводникам у меня сосед физик преподает полупроводники. Я когда ему задал вопрос, а вы какой вообще модель атома придерживаетесь? Он, а при чем тут модель атома? Я говорю, а как же вы рассказываетесь? Поэтому, если с чем-то... Про дырки рассказываю. Да, вот эти вот они модели, они, говорю, объясняют каждое свое свойство, но это пример. Раньше картина мира Птолемея была, она, Земля стояла в центре, и рассчитывались движения звезд по очень сложным траекториям. Но они рассчитывались. Ну, просто сложная была картина. А Галилея и Бруно, вот они упростили картину. То есть, картина не изменилась, изменился подход. То есть, ну, так более просто, проще. И вот этот вот, вот это вот представление элементарных частиц, вот в такой вот форме, позволяет, ну, мне во всяком случае видно, объяснить многие процессы. Во-первых, она объясняет внутриядерные силы, которые удерживают протоны и нейтроны между собой. Вот здесь вот показана напряженность вот этих вот полей. То есть при приближении протона к нейтрону у них у обоих избыточная составляющая положительного заряда, положительного поля, они притянуться не могут. Но если при каких-то условиях, то есть на Земле, мы протон с нейтроном приблизить сложно. Даже вот, пускай нейтронные пучки там, с протонами навстречу друг другу, они просто пролетают, не взаимодействуют, то есть трудно попасть. И поэтому как раз вот это вот можно только может происходить в центре планет и звезд, где очень сильное давление гравитонного газа. Там вот наша звезда Солнце, она формирует, рождает элементарные частицы. Электроны, нейтроны, протоны приносят к нам на Землю солнечным ветром. Они втягиваются Землей через полюса. Там уже идет рождение химических элементов. Наши не могут это делать, да? Наша планета не может это делать, да? То есть наша планета не рождается ни водород, ни элементарных частиц, ничего. Или, ну, насчет элементарных частиц, возможно, рождаются, не знаю. Но то, что там рождаются такие же легкие элементы, как гелий, опять же, у Золотарева там говорится о гелиометрии. То есть у нас из Земли по разлому постоянно вытекает гелий. То же самое, как на Солнце. Почему я захотел вот эту теорию, мне захотелось рассказать. Очень многие... Из-за незнания люди вот появляются. Появился на сайте, тогда у нас Катющий. Я послушал, ну вроде физик, да? И он начинает рассказывать. Ну, у него, конечно, материя, производное пространство, это уже сразу в глаза бросается, но он на это внимание не обращает. И он рассказывает такие вещи, что типа, да может инопланетяне, они живут внутри Земли, там, или внутри какой-то планеты, там сделали выборку и просто там живут. То есть нет понятия, что изнутри планеты материю изъять невозможно, потому что это нарушится структура, просто оболочка, она либо схлопнется, ну можно какую-то искусственную сделать. Но, во-первых, да, изъять невозможно, а во-вторых, даже если изымешь, ну... То есть теория полной Земли – это полный бред? Полный бред, да. То есть это видно. В школе нам изучали, что тепловая смерть там, Солнца. Солнце состоит из гелия и водорода. Как только он закончится, все, звезда потухнет. Извините, гелий и водород на поверхности, а что там внутри? Почему вы считаете, что там внутри тоже гелий? Вот. И он не выгорит, потому что он рождается. Солнце формирует. Также то, что в Земле вот эти полезные ископаемые, какие они
были рождены в Земле. Все просто там, ну дальше опять, если с момента планеты рождения происходят вот эти вот перемещения, смещения всякие там длинных осей. Так, и вот если приблизить протон, нейтрон с какой-то силой, приложить импульс, тут опять же за счет давления газа, то здесь вот такое у них было избыточное давление. Если мы приближаем, давление уже начинает за счет того, что каждая частица, вот эта вот, она как и Земля создает, вот на этом уровне у них возле частицы более плотный эфир, то есть поскольку она втягивается, здесь меньше. Когда мы приближаем, давление вот этой частицы плюс давление вот этой частицы приводит к тому, что здесь давление нарастает, и они, как бы, есть возможность здесь перейти. И получается потом, за счет взаимоналожения, когда мы вот этот вот момент преодолеваем, у них уже получается, они оба падают как в потенциальную яму, уже энергии оторвать их друг от друга получается сложно. И вот такая модель, причем вот это вот взаимодействие, как электрон связывается с протоном. То есть он не вращается вокруг ядра, поэтому, вот, если разобрать нашу теорию, он просто колеблется в каком-то положении. Вот он захватился полем протона, все, он в этом положении остался, в потенциальной яме. Причем это происходит на уровне экватора частиц. Он не может сверху подойти, не может снизу подойти. И то, что он один захватился, уже ограничивает. Уже со второй стороны здесь поле меняется, уже протон не может второй электрон подсоединить. А вот связка нейтронов как раз она показывает, что вот здесь вот в зависимости от разного давления эфира, в котором находится, на компенсации вот этого избыточного положительного заряда протона, чтобы их связать как бы вместе в одно ядро, требуется разное количество нейтронов. То есть здесь у нас в зависимости от давления, при понижении, чем меньше давление у нас гравитонного газа, то есть чем легче элемент, то тем меньше надо нейтронов для компенсации положительного заряда протона. Вот. И получается такие ленточки. То есть вокруг нейтрона, ну, может ограничиться, вот именно, поскольку идет взаимодействие в экваториальной зоне, вот эта их связь получается как плоская ленточка такая. И каким-то одним изначальным концом она закручивается в спираль. То есть получается, вот она как улитка. Если вы видели улитку, она начинает расти. То есть сначала маленькая мезоточка, потом больше, больше, больше. Это объясняет, почему вот эти, которые внутри электрона, они не могут взаимодействовать. Просто к ним пробраться сложно. Там такое давление, туда не, только крайний электрон. То есть вот есть улитка, и вот есть у нее присоска. Вот эта вот присоска одной улитки с другой улитки, она может взаимодействовать. Как бы вот двухатомные молекулы, получается, у нас водород, там одна связь, кислород две связи, азот три связи. С ростом числа связи растет энергия разрыва вот этой молекулы. То есть азот — самая прочная молекула. Вот эти вот три связи, они позволяют ей более комфортно себя чувствовать. Почему нет четыре связи? Потому что уже как бы плоскость можно через три точки провести, а четвертая, она просто выходит на другую сторону атома, поэтому четыре не может быть. Кристаллическая решетка уже образуется за счет этого. Вот, кстати, вот модель атома азота показана, что вот это вот такая спиралька. И здесь вот видно, что вот темненькие протоны, красные нейтроны, что их размеры снаружи, кажущие, они кажутся больше, чем внутри, хотя масса одна и та же. То же самое пример привести, вот мы меряем Землю, что у нас 6700 километров радиус, что-то такое.
Как он вычислен? Он вычислен по периметру. Взяли экватор 40 тысяч километров, поделили на 2 пи, получили радиус. Но если мы, вот исходя из этой теории, попробуем нашу Землю проткнуть какой-нибудь тугоплавкой проволокой, ставим ее и будем потихоньку продвигать, ждать, когда она с обратной стороны появится через 13 тысяч километров. Ставили уже 100 тысяч, она не появляется, потому что идет уплотнение, и вот этот метр, который мы меряем, там он будет занимать совершенно другой кажущийся объем. Их там получится гораздо больше. То есть на этом уровне мерить что-то, межгалактические расстояния там, метрами, ну, мы получаем искаженные величины. Кстати, вот эта вот тоже теория помогает, дает наглядное представление, а почему у нас скорость света, за счет чего фотоны летят в пространство там тысячи световых лет, и какая же у них энергия такая, что они летят. Это если мы исходим из того, что они должны подпитываться энергией и получать, но она заложена в них самих, опять такой же принцип. Когда рождается фотон, он вылетает вот это вот из экваториального зоны микрокапелька, вот это, в форме фотона, у нее есть начальный импульс. Начальный импульс выброса с экватора, шубы вылетел. Размеры фотона, они сопоставимы с размером эфира. И он, почему? Большая частица, она проходит сквозь эфир, насквозь она его как бы, с ним не взаимодействует практически. Взаимодействие происходит на уровне вот этих вот частиц, либо больших вот этих вот ядер, планет, которые ну, на том же принципе действуют. И за счет вот этого уплотнения эфира, здесь он сжимается, и плотность его возрастает. Здесь в следе частицы разряжения. Опять сюда частицы вылетают по ходу с большей скоростью, с меньшей скоростью из шубы. Вслед с большей скоростью появляется реактивная сила тяги. Вот это реактивная сила тяги, а здесь сила сопротивления эфира. Реактивная сила тяги растет, пока сопротивление эфира не начинает ее компенсировать. Вот компенсация сопротивления эфира вот 300 тысяч километров фотон. Все, он вошел в устойчивое состояние и может лететь сколько угодно. Плюс по теории Эйнштейна то, что скорость света не зависит от приемника и источника и постоянно в разных средах, но то, что в разных средах не постоянно, уже давно доказано, что чем плотнее среда, тем скорость света падает. Есть даже проницаемость среды, которую там вообще не проходит, свет поглощает. Вот. И то, что зависит она, не зависит от скорости источника, да, она не зависит, потому что он сам набирает свою скорость в эфире, независимо от того, какой начальный импульс был. Но от скорости приемника зависит. Доказано на примере спутников Ио, наблюдались, когда они выходят из полутени и потом заходят назад, когда Земля движется навстречу одно время, когда движется обратно другое время. То есть от приемника скорость света зависит. Поэтому вот эти постулаты Эйнштейна, как бы они немножко не точны. Плюс с этой же вот, почему говорю, во-первых, мне непонятно было в школе, как делится ядро урана. Хотя вот это вот деление ядра урана, здесь просто он, процесс полураспада, он присутствует в природе. Просто научились его ускорять и регулировать. Никаких других воздействий не проходит. И как вот так получается, что нейтрон попадает в ядро урана, в этот сгусток, разрывает его пополам, и вот получаются две частички. С этой стороны получается все гораздо проще. Вот такая вот типа, такой атом урана. Вот здесь вот протончик с края. Нейтрон пролетел, захватился. Захватился, поменялась вот эта вот картинка. Было вот так, стало вот так. То есть поменялось поле, он начинает закручивать на себя. Был один клубочек, вы взяли ниточку, наматываете на другой клубочек.
Клубки уравновесились. Сила натяжения уравновесились. Рвется, два нейтрона вылетели. Все просто объясняется. С этой же теорией объясняется каталитический процесс происходит, когда для проведения химической реакции нужна высокая температура. Но у нас в организме 36-38. Все процессы происходят за счет катализаторов белков. Что происходит? Просто молекула с повышенным давлением вот этого газа, подходя к двум другим, где электроны не могут войти в общее поле, потому что давление не позволяет. Добавляет давление, они соединились, все. Соединились, молекула оттолкнулась, ушла. Прошел процесс катализа. Энергия. Что такое энергия? Пока тоже представление в таком научном мире различных происходит. Энергия. Вот вихрь прошел, сжал материю, получилась энергия, сгусток. Теперь, если он будет разжиматься, будет проходить выделение. Выделение энергии происходит, когда вот из керна вылетают вот эти сильно сжатые кирпичики. Вылетев в эфир, покинув шубу, они сжаты до предела, а здесь эфир разрежен. Они начинают разжиматься и теснить эфир. То есть второй закон термодинамики все-таки не нарушается, да? Происходит выделение энергии вот на этом уровне. То есть вот на примере, вот у нас однородный эфир, все элементы одинакового размера, энергии нет в системе. Если мы какие-то части уплотним, эти разрядили, система уже зарядилась энергией. Если мы вот этот уплотненный элемент вытесним в более разреженное пространство, он начнет расширяться, выделять энергию, теснить эти. Чем сильнее он уплотнен, тем больше он расширится, тем больше выделится энергии. Таким образом, выделение энергии нашим Солнцем, то, что говорят, за счет термоядерной реакции синтеза водорода, это капля в море по сравнению с той энергией, которая происходит в ядре, которая, где происходит рождение вот этих вот частиц. Наша Земля, кстати, она тоже разогревается, потому что процесс эфир втягивается, уплотняется эфир. За счет этого происходит накопление энергии. Если его не сбрасывать, чайник вы греете, кора имеет определенный размер. Если у вас нет предохранительного клапана, если он сработает, пойдет струя, не сработает, ну разорвет чайник. Чтобы и вот эта вот система, звезды, значит, планеты, если ядро растет, происходит накопление энергии, его периодически надо сбрасывать. Энергия периодически сбрасывается путем циклонов, выходят выбросы. Вот антициклоны происходят, всасывание эфира здесь, циклоны выбрасывания. Почему? Поднимается вода, вот Золотарев объясняет, происходит подтопление, не связанное с количеством выпавших осадков. Откуда взялась вода? Она из земли выдавилась просто. Идет сброс. Вулканы. Элементарный сброс энергии где-то. Давление возрастает, здесь кора слабо на вулканах, прорывает все. Постоянно идет извержение в океане, за счет чего там остывает. И за счет чего материки могут раздвигаться, происходит раздвижение земной коры. И вот это тоже, на основе этого процесса можно предположить, там, анализировать. Ну, в принципе, факты как бы подтверждаются. То, что можно посмотреть вот на нашу Солнечную систему, то, что планеты, которые у нас находится далеко, там Плутон, Уран, Нептун, они от Солнца удаляются, то есть происходит, орбита расширяется, Земля удаляется от Солнца. Все планеты постепенно удаляются от Солнца. Чем планеты массивнее и дальше, тем у них больше спутников. У того же Юпитера, Сатурна, там, у Марса два маленьких, у Земли один большой. Вот тот же самый процесс, идет накопление энергии. Энергия растет,
сбрасываться не успевает, может произойти взрыв гибели системы. То есть прорывает какой-то очень сильно клапан, происходит выброс большой части вещества. Но в солнце вот маленькие кусочки вот протуберанца, иногда чуть-чуть вылетает вещество. Вылетает и все, оно летит сюда, по всей системе, в эфир, к нам, Земле, солнечным ветром приносится. И если происходит критическая масса, то планете или звезде, чтобы не погибнуть, сохранить, происходит большой выброс вот этого планетарного солнечного вещества. А может ей просто удалиться? Может ей просто удалиться? Как просто удалиться? От солнца. Удаляется и сохраняется. Так она удаляется по этому принципу. Выбивается с экваториальной зоны, выбрасывается часть вещества, и она удаляется, да. У нее есть начальная скорость, которая позволяет преодолеть вот это притяжение. Она удаляется на какое-то расстояние, и там уже сила притяжения Солнца в этом расстоянии удерживает. Там начинается она за счет внутренних сил уже вот это сжатие, начинает. Вот Луна у нас не вращается сейчас вокруг своей оси. То есть ядро не сформировано еще молодое. То есть будет формироваться ядро, Луна, может быть, тоже будет вращаться. И вот если нашу Солнечную систему проанализировать, Земля у нас получается третья по молодости планета. Моложе нее Венера и Меркурий. И вот у Юпитера там 16 спутников, да? То есть вот этот вот рождение спутника – это такая планетарная катастрофа. В этот момент, если что-то там на этой планете существует, для него могут возникнуть условия не очень совместимые, да, с дальнейшим существованием. Потому что происходит, во-первых, выброс энергии охлаждения планеты. Во-вторых, плюс вот эти вот все там, если вода, там может поток произойти. То есть сама себя рождает? А? Сама себя рождает. Сама из себя рождение. Так же, как женщина рождает ребенка, Земля родила. Ну, то есть получается. Солнце рождает. Ну, можно просто, я ничего не знаю, что. Значит, получается, что в свое время Земля исторгла Луну. Исторгла. А в общем-то на Луне-то не туда, не ну, центр этого соединения. Еще не сформировалось. Центр формируется позже, то есть сначала за счет сил гравитации происходит стягивание массы. Чтобы сформировался центр, вот эта гравитация должна такого давления достигнуть, чтобы начало ядро формироваться. Пока, видимо, у Луны такого нет. Можно вопрос? Да, можно. Сейчас можно, я сейчас чуть-чуть вот до этого. И если вот проанализировать, значит, после Земли была рождена Венера, был рожден Меркурий. Почему у других планет спутники маленькие, как вот, а вот у Земли Луна там она довольно-таки большую часть составляет, и это как бы дает возможность вот этот вот разрыв лунорождения, спутника рождения увеличить, то есть выброс большого спутника дает запас времени для спокойного существования. Могло это произойти по причине того, что если бы Земля рождала Луну одновременно с тем, как Солнце рождало Венеру. То есть там, ну вот эти вот процессы, они все расписаны сейчас. Получается, что протоколы прогнозы получаются. А? Прогнозы получаются. Получается, Марс, нет, парадокс получается. Марс меньше, чем Земля сейчас по размеру. И у Марса эти два спутника, но эти спутники не сравнить сейчас с нашей. Да. Они правильно можно объяснить? А? Они-то, по идее, должны быть одинаковые. Нет, просто разные периоды. Вот именно, что в момент, когда, например, Земля рождала Луну, ну это предположение точно, могла находиться рядом, это самое, одновременно Солнце с Венерой, и за счет рождения звездой планеты, она же остывает сразу, она выбрасывает часть энергии, там меняется сразу картина. Вот за счет этого могла. И последующее рождение Меркурия тоже могло повлиять на Землю, как раз Солнце родило планету, оно остыло на какое-то время, на Земле наступило оледенение,
Такое вот может, можно придумать, объяснить. Пожалуйста, у нас вопрос. Так, вопрос. Вы сказали, что солнечным ветром приносят частицы, да, которые втягиваются через пояса. Пояса. Так, и вот возникает два вопроса. Поэтому потом полудел. А от этого ли растет ядро? Раз. И вообще, и второй вопрос. Возможно ли создание каких-то ископаемых за счет того, что эти частицы, принесенные ветром, солнцем, то есть ветром, солнечным ветром, и рождение каких-то или образование? Я понял. Ископаемых. Вопрос, что то, что вот здесь вот втягивается частицы, плюс эфир сам втягивается, это все идет в перемолок ядро. Значит, еще такой момент, можно, сейчас я попробую не уйти от темы. Значит, мне самому сначала было непонятно, как бы, если вещество втягивается на полюсах, то почему притяжение на Земле везде одинаково, что на экваторе, что там на Северном полюсе, вроде как должно быть на севере. Но, в принципе, вот это вот ядро, это не вся Земля. Земля — это не ядро. Ядро, оно маленькое, гораздо меньше самой Земли, оно находится внутри. Все вот это, а Земля, вот это как бы, вот эта вот шуба, и вот здесь вот кора. То есть здесь у нас получается везде равномерно. Все за счет вот этой вот удаленности. И то, что втягивается эфир плюс вот эти вот частицы, они все идут в ядро на переплавку, они полностью втягиваются. А уже из ядра вот этот вот сброс, здесь уже различные атомы могут получаться. И за счет того, там еще вокруг получается вот эта околоядерная зона вот с этим давлением, где они начинают взаимодействовать, различные там вот атомы расти, там вот тяжелые металлы образуются за счет того, что там водород с гелием там контактирует, там гелий с литием, там все. Часть успевает, не проконтактировав, добраться до поверхности Земли, выходит здесь, в окружающую среду, а часть образуются тяжелые элементы, они там где-то в земной коре там могут откладываться. Значит, можно предположить, что эти седра, которые чаще уходят, они достигают эту шубу в земную кору, и там вот образовываются какие-то поверхности. Да, да. Так, причем в момент, когда рождение там вот спутника происходит, это все может перекипеть, перемешаться настолько, что там вот за счет этого возможно, что получается вот магнитные аномалии, там напряженность не соответствует как бы полю Земли сейчас. То есть по ним устанавливают, что раньше Земля имела другое, немножко смещение оси было другое. То есть, да, а если втягиваются южный и северный полюс, втягиваются эти частицы, принесенные солнечным ветром, ядро растет за счет их? За счет их и эфира. Оно втягивает эфира, да. Вопрос вот тоже, я когда начал это все там уточнять, я открыл для себя, раньше мне непонятно было, черные дыры. Астрономы открыли, что да, вот, оттуда не выходит даже свет. То есть они все поглощают себе. Как так? Значит, все поглощают, все там и Землю тогда может уходить. На самом деле, это вот, когда я рассказывал про меры частицы, то есть взяли мы стакан и наполняем. Пока он не наполнен, из него ничего не выходит. То есть он работает только на наполнение. А вот когда уже наполнился, тогда начинает из него выходить. Вот черная дыра – это какой-то элемент, который еще не сформировался. А потом что будет? Он только заполняется эфиром. Потом либо взрыв там сверхновый, либо образование галактики какой-то. Все вот эти моменты, я сейчас сказать не могу, это и сам только начинаю. Здесь все у него очень хорошо расписано, потому что проводит очень аналогии. И вот чем помогло вот это сформировать эту теорию, вот именно наблюдение за Вселенной. То есть и по этой модели у нас Вселенная не произошла не в результате большого взрыва, а в результате вот этих вот локальных уплотнений. То есть они постоянно идут. Вот у нас галактика вращается вокруг центра. То есть есть центр галактики, который втягивает это вещество. И за счет того, что у нас много галактик на разных расстояниях, и разное время идет свет,
то мы, получается, что видим галактику уже в ее далеком прошлом. Сейчас она такая. И вот это позволяет видеть разные моменты, то есть разные возрасты галактик, и по ним сформировать. То есть если мы видим детей разного возраста, мы можем проследить процесс вот этот прохождения из одного в другое. То есть развитие нашей галактики, наблюдать вот на этих примерах. Еще бы возможно? Мы сказали, что Луна ядро не сформирована, поэтому она не вращается вокруг. Она идет в стадии формирования, да? Ядра Луны. Может быть, уже зачатки есть формирование, но оно еще настолько маленькое, что не может раздуться. Полюса есть на Луне? Так нет уже. Потому что нету, не сформировано. Нет ядра. Ясно. Да. По эфиру теперь. Эфир, что мы можем, как его использовать, что, какая польза от этого? Для вот эфир, эфир, да. Это вот сейчас, кстати, вот еще хочу момент, значит, сравнительное богословие, это у нас в третьей части, когда говорится о неопределенности, вот там опыт прохождения, что электрон, проходя через две щели, ведет себя как волна. А если мы начинаем за ним наблюдать, то это самое, начинает вести себя, в общем, выбирает траекторию. То есть, когда мы его за ним не смотрим, он может идти по любой траектории, а когда мы его наблюдаем, он выбирает только одну. С моей точки зрения, я здесь вижу несоответствие, вот этот вывод, он как бы не основан. Почему? Потому что там наблюдение подменяется вторжением в процесс. Вот у нас все время свет, вот в школе я учился, рассматривал, частица, волна какая-то непонятная, то ли частица, то ли волна, электрон тоже здесь, как частица, как волна. Принимая эфир, мы понимаем, что частица, проходя через эфир, она его просто волнует. Волна – это след прохождения вот этой частицы. Либо мы будем создавать, если постоянную волну, то возбуждение, постоянно колебать эфир. Но вот именно что частица, проходя, создает волну. И вот эта вот волна, когда у нас две щели, она формирует сзади именно интерференционную картину. И электрон, либо фотон, в это как бы ловит волну, и он уже идет не по прямой, по эфиру, а по волне ему легче. Он как бы подхватывается течением вот этой волны, и потому интерференционная картина наблюдается. А там, когда говорят, что мы наблюдаем за прохождением электрона, ставим глаз напротив одной щели. То есть мы таким образом эту щель перекрываем, мы ломаем волновую картину, мы вмешиваемся в процесс, поэтому мы и не наблюдаем. И волновая картина именно наложение волн от двух щелей. А когда мы одну щель перекрываем, естественно, то есть да, можем... здесь противоречие. Вот... Получается, если глаз будет от двумя, то ничего не меняется? Если глаз не будет перекрывать щель... Нет, если он будет... Если наблюдатель будет с двух сторон щелей, с одной, с другой, то ничего не поменяется. Тоже а не что, они будут электроны попадать в глаза, в экран-то не будут попадать, как на картинку. Но если который мимо, конечно, глаза пролетит, он там на экране останется. Но электрон, он ведет себя как частица, и конкретно электрон, он идет по конкретной траектории, обусловленной объективным причинам. Не надо вот это вот привязывать, то, что вероятности, возможности нашего, из-за нашего решения, когда мы можем принимать решение. Электрон, он не может здесь принимать решение, только прийти. Но здесь еще элементарные частицы, они как бы, если считать, что считать, что живое, что не живое, живое мы определяем, что оно приспосабливается как бы к условиям внешней среды и может менять. Подстраиваться под условия. Так вот эти частицы, попадая вот из такого, вот в поле вот с таким давлением, попадая вот в поле с такое давление, они начинают подстраиваться. Вот здесь, в этом давлении, он сильнее сжат, он начинает сбрасывать энергию. Немножко меняется масса. Масса тоже не постоянная. Она меняется тоже в зависимости от того, что вот здесь вот сильнее сжатая частица, она может часть энергии сбросить здесь. И будет вот этот вот протон по массе, он может быть меньше вот этого. То есть как бы здесь подстройка есть. Так, это, еще, сейчас, мы... вот человек. А нет, вы на мой вопрос не ответили.
Поэтому, если эфир, то для да. можно использовать. Так, тогда я немного по-другому вопрос. Используют, вот. Я по-другому тогда вопрос задам. Вы сказали, что электроды сжимают там, она большая энергия. Как эту энергию использовать? Можно ли использовать эту энергию? Конечно. И как? Может. Как вы полагаете? Я пока полагать не могу. Ваше мнение. Вот здесь вот у него в другом томе, у меня книги нет, я там ксерил, она просто на листах у меня. Он предлагает еще, значит, это работа 90-х годов. Вот, он предлагает там модель это самое, какого-то, в общем, водородного двигателя. Там, то есть разработать. Тут не сам эфир. Вот это вот понимание, оно позволяет использовать вот эти возможности. Вот то, что мы сейчас вот у нас электромагнитные волны передаются, мы это используем. Но как, что такое электромагнитное поле, картины особо тоже четкой нет. Что за это за электромагнитное поле? Здесь оно видно. Вот если, например, здесь у нас частица втягивает северные полюса, например, она получается положительный заряд, то есть здесь вот все движущиеся сюда кирпичики, вот эти гравитончики, они поляризованы однозначно. То есть северный избыточный магнетизм больше. То есть, например, она получается любое, если частица с другим избыточным магнетизмом, она будет это самое, притягиваться здесь. И вот эти вот линии движения вот этих вот диполей, они очень наглядно прорисовывается, когда вот эти еще позапрошлых веках ставили с железными опилками, там, с касторки, вот эти вот они, частички на магнит, они выстраивались по четким линиям. Вот вам, пожалуйста, эти четкие линии. Это линии напряженности поля, они вот это именно есть вот за счет вот этого упорядоченности эфира. В однородном эфире здесь они как в одну сторону могут, как, так и в другую, периодично. Часть сюда северными полюсами, часть в южном. Но когда мы вот здесь начинаем формировать определенное поле, частичка формируется, они упорядочиваются. И здесь получается одно положительное. Потом вот это объясняет он тоже, но там его дальше я не читал, но как я понял. Вот линии магнитной индукции, они замкнуты. Это в проводнике каждый электрончик возбуждается, начинает вот этот вот процесс. На самом деле линии вихревые, но от одного вихря кусочек, от другого вихря кусочек у нас получается окружность. Но окружность не от одной частицы, а просто несколько частиц, они складывают окружность. И вот эти воронки, они как бы накладываются, вставляются одна в другую. Одна воронка от одной частицы, вторая от другой, третья от третьей. И получается замкнутые линии напряженности магнитного поля, называют магнитным, электрический, одно и то же. Просто они по-разному себя проявляют. Еще вот какой момент, почему тоже вот земная кора, она фиксирована, удерживает нас от падения туда, к центру Земли. То есть вот эти вот на уровне эфира, вот эти законы действуют. Когда у нас формируются частицы, вот эти вот вещи, напряженности, они начинают пересиливать вот это простое, слабое взаимодействие. Вот это сильное взаимодействие начинает пересиливать. И вот это взаимодействие частиц на уровне молекул, то есть сцепление земной коры, оно сильнее силы тяжести. То есть мы не можем преодолеть его, хоть мы притягиваемся, давим на землю, но это вот сцепление лучше, сильнее. То есть вот это вот на этом уровне, уже вот на этом уровне, на микроуровне, силы вот эти, они сильнее. Да и даже вот эти, которые между протонами и нейтронами, которые называют вот эти ядерные силы, они гораздо сильнее вот этих вот слабых взаимодействий. Так, про гравитацию я сказал, да, как бы. Дмитрий Петрович, по-вашему, гравитон – это мельчайшая неделимая частица. Эфир. Она может как становиться меньше, так и становиться больше. Да. За счет чего? За счет внешнего давления. Ну, я так понимаю, что можно сжать до определенного размера. Да, да. Я не сказал, что есть, конечно, ограничения наложенной природы на минимальное сжатие, на максимальное растяжение, плюс на одностороннюю деформацию. Мы не можем сжать вот именно один северный полюс, а южный останется. Нет, он будет выравниваться.
сам гравитон. То есть вот этот предел, вот этот, он установлен. И нельзя, сейчас, и нельзя его сделать плоским. То есть он как бы все три размера вот эти поддерживает. То есть ширина примерно с высотой. Тогда он расширяется. То, чем дополняется его внутри, он же должен чем-то дополняться. Ничего, он сам по себе. Ну, меняется его структура. Воздушный шарик, он расширился в этом, там разрежен. Да. А здесь молекул нету. Да, он сам как бы, ну, резиновый такой. Ну, еще новый пока еще не дошла. Что-то в нем разделяется. Может быть и состоит. Может, природа вглубь, как и вверх, да. Очень. А как тогда позиция идет распространение информации? Распространение информации, очень хороший вопрос, тоже хотел сказать. Вот это мы сейчас рассматривали, всю вот эту материю. И я сказал, что когда вот здесь, если мы кусочек пространства уплотнили, тут же подтягиваются другие. Подтянулся этот. Если как все играли в Тетрис, если помните, вот тут есть вот кубики такие. И вот здесь. Мы сюда сбрасываем кубик, вот этот исчезает. Весь вот этот столб одновременно падает вниз. Они не по очереди кубики падают. Падает его одновременно. Скорость гораздо выше, может быть, скорости света. Вот в чем дело. Скорость вот этого вот распространения информации, то есть одновременно, что этот начинает двигаться, что этот практически одновременно. Пример такой тоже вот я думал. Уровень строительный, все знают. Мы берем, значит, вот один у нас, вот другой. Пробирки, здесь какой-то шланг, сколько-то размер. Вот он уровень. Мы сюда налили воды. Вода опустилась, здесь поднялась. Сколько прошла вода расстояние? Вот столько. А давление в это же время прошло по всему шлангу. За счет чего вода поднялась? За счет того, что давление в шланге быстро прошло. То есть вот эта молекула воды протекла вот столько, это вот столько. А давление, оно все вот оно здесь прошло. То есть скорость же передачи вот этого давления, вот это вот, может, как информацию, если как рассматривать, она гораздо выше скорости движения самой материи. То есть получается, что свет движется, надавил вот этот вот эфир. Все вот это за счет упругости перешло уже сюда, а он еще тут свет. Когда получается, скорость распространения информации, она имеет конечную скорость. Какую-то конечную, возможно. А тогда, соответственно, получается, и Вселенная имеет конечную составляющую, и, соответственно, Бога нет. Не знаю, так. Так вот, я говорю, насколько конечно, сейчас мы судить не можем. Либо она очень большая, либо она мгновенная. Нет? Здесь мы не можем. Мы можем говорить, конечно или не конечно. Вот здесь вот по всей этой логике еще не речь идет о конечности. Однозначно. Потому что логика вот этой всей эфирной составляющей. То есть здесь получается то, что раньше были там молекулы, потом понадобился атом, сейчас понадобился гравитон. Нет. Тем не менее, это, я извиняюсь, это фиксированные такие вещи. И здесь вообще-то, скажем так, как скорость распространения информации, она не берется, не рассматривается. Вернее, рассматривается, она получается в любом случае конечной. Соответственно, где-то на каком-то уголке Вселенной, то есть будет происходить запаздывание информации, обмена информации. А информация во Вселенной мгновенно распространяется. На следующий год я вот тоже сразу вот беру обязательства, да, вот это проштудирую. Я вот слишком долго вот как-то так дистанцировался от этого. Сейчас интересно. Вопрос. Здесь мы когда начинаем сжимать, они гравитоны потягивают. То есть насколько между вот этими гравитонами быстродействие? Если они... Тут вопрос в том, что
Где, на каком моменте останавливается? На каком моменте останавливается вот это вот расширение каждого правитона? Этот сжали, этот расширился, этот. До какого момента? То есть информация может идти через всю Вселенную. То есть каждый гравитон может чувствовать, что где-то что-то он расширяется, где-то что-то случится. А что в нем расширяется и сжимается? Он сам. Он сам это что? Степень свободы. Вот я зажат в толпе, вот я в таком состоянии. Ну, у вас есть тело, материал. Есть тело, да. Я начал двигаться, расшевелил, я развернул. Мне хорошо. Я занял максимальный объем. Не-не, из чего состоит? А? Из чего состоит? Его просто еще состоит. Из материи. Это прекрасно. Через эту фразу сказали, что вот это наблюдение в щель, да, влияет на поведение электронно, да? Да. То есть получается так, вообще, когда если людей не будет, тогда все нормально. Электрон будет вести себя как хочет, да? Это вот так и говорят. Это так вот я говорю в этом. На основе вот этой нашей науки, которая у нас вот идет в четырех пространствах, материя, время, и там здесь, просто вот здесь это... вы, получается, вы рассматриваете материю отдельно и рассматриваете энергию. А, нет, энергия — это свойство материи. Сейчас, секунду. И тогда в какой вы в мировоззренческой основе рассматривать? То есть у вас как минимум получается четыре пространства. Нет. Подождите. Материю вы назвали? Назвали. Энергию вы назвали. Что еще? Энергия — это свойство материи. Свойство гравитона, что он расширяет. Вы конкретно здесь сказали об этом. Да, конкретно. То, что вот поведение материи, а энергия вот ведет вот таким вот. Нет. Вы разделили. То есть это одно и то же, да? Это свойство материи. Материя так проявляется. Материя проявляется через силу притяжения, через выделение энергии, что мы чувствуем. Через вот это вот взаимодействие, это проявление материи. Материи, так вот. Вот это свойство гравитона. С моей точки зрения, да, насколько я знаю, понимаю концепцию. То есть материи как таковой, абстрактной, ее не существует. Здесь речь идет о том, что конкретно же рассуждение о некой абстрактной материи. Почему? Почему абстрактно? Ну потому. Потому что нету, опять же, понятия информации здесь нет. Нету то, что информация получается конечная. Я когда начал говорить, я сразу сказал, что речь пойдет о материи. Я к чему говорю, что вот вроде такого характера. Вот очень здорово, очень интересно, очень интересно, да? Но смысл такой, что ее надо все прокачать с позиции три единства. И здесь очень слабая такая, ну, метод, кажется. Давайте вы это сделаете, я это сделаю. Насколько смог. Да, да. И я хочу замечу, что вот первый раз я читал одно было, сейчас, когда я начал готовиться, я и уже знаю три единства, то есть я вот эти многие вещи, которые я раньше не понимал, я все, они до меня дошли. Потому что дело-то в том, получается, вот это одна из материалистических картин мира, потому что они многие вещи не могли объяснить, но по сути это, ну, мягко говоря, Птолемейская составляющая, то, что да, она на многие отвечает, но Птолемейская тоже, то, что звезды торчали, то, что надо было все это усложнять, она решала определенные задачи, и это решает. Но здесь уже сразу, вот, скажем, ну, не нравится мне это слово, но тем не менее, реферные такие точки. Первое, это скорость распространения информации. А второе, то, что вы сказали, что в каждой условно там вселенной там, или галактике происходит рождение. То есть, ну, чуть-чуть проведя несколько шагов вперед, мы получаем, что каждый сам себе. Нет. А вопрос дальше, откуда они все взялись? Вот, как происходит взаимодействие? Здесь этого нет. Откуда рождаются вихри? На чем учебе? Здесь этого нет, да. Я сразу сказал, что я сейчас рассматриваю чисто материальную составляющую. Да, этот вопрос еще. И вот то, что я вам рассказал, все понимают, да, что это теория. Просто для меня она очень. И гипотеза интересная. Для меня она очень многое объясняет. Для меня становятся понятны вещи, которые, да, я все, я на этой теории все говорю. Непонятно силы тяжести, понятно внутренние. Вот эфир. Масса, она является накопителем информации или что-то служит другой матрице для накопителя информации Вселенной? Изменение материи информации. Дело в том, что сейчас, как она упорядочена? Сейчас, дело в том, что как только речь заходит о массе, речь идет о конечной скорости. Соответственно, конечная скорость распространения информации. Это то, что это говорит, что Бога нет.
Потому что будет запаздывание информации с одного конца Вселенной на некий другой конец Вселенной. Вот. То есть информация, она мгновенно распространяется. Вот. Она массы не имеет. Вот в чем... Я наконец-то информация. Вот смотрите, вы показывали на примере ядро уровня, там между молекулами воды есть расстояние, поэтому запаздывание идет, когда человек с одной стороны поднимает руку. А когда мы говорим о эфире, мы не можем говорить, что между ними есть какая-то пустота. Пустоты нет, он сплошной, поэтому передача информации мгновенная, потому что пустоты между эфиром нет, правильно же? Ну, получается, я... Если он меньше стал. Да, ваш частицы... Он одновременно толкает во все везде информация мгновенно. Нет, информация распространяется сразу. Вот. Не сразу. Или одна сразу. Сразу, но это не значит, тогда что... Тогда между первыми есть. Вот я про чём говорю, что есть ряд вопросов, на которые она не отвечает. С позиции, опять же, концепции общественной безопасности. А дальше вопрос, надо более детально все это прокачать, прочитать эту книжку для того, чтобы можно было аргументировать. Могу не отвечать я. Или аргументированно все это разложить по полочкам и объяснить, в чем тут, ну, кто и почему, ну, не кто и почему, как происходит... Завод рака за камень, да? Или же смысл такой, что или скорректировать нашу точку зрения. Только и всего. Но навыки лекции нужны. Очень интересно. Очень большое интересно. Хорошо спросить.